Здравствуйте, вы смотрите «Телекурьер», я Кирилл Пищальников. В эфире дневной выпуск. Пока зарубежные фирмы изобретают велосипеды, чтобы разгрузить пробки на улицах, в родном отечестве уже изобрели средства передвижения, которые и компактнее, и мощнее, и педали крутить не надо, и проедет везде. Петербуржец Игорь Козаренко нашел новый способ передвижения по городу. Знакомьтесь, мотосамокат – самая стильная транспортная штучка этого года. А это единственная в России мастерская, где эти мотосамокаты собирают. Вот эта модель, это как бы является самой первой моделью, значит, которая сделана из бензопилы, но сделана с таким расчетом, чтобы бензопила оставалась бензопилой. То есть, грубо говоря, человек приехал на самокате в лес, напилил дров, поставил обратно и уехал с дровами. Здесь была изначально построена сумасшедшая скорость. Он едет 60 км в час. Вариант леди. У меня на ней как бы каталась моя жена. Ездила моя жена. 10 килограмм самокат. Развивает скорость 36 км в час. Значит, все колеса на наших самокатах пневматические, следовательно, что дает лучшую амортизацию. Ну, здесь, конечно, компактность при сложении. Мотосамокат очень похож на скейт, так ли это? Да, это действительно так, и управлять даже немножко проще. Потому что есть мотор, нужно преодолевать препятствия даже более просто, чем на скейте. Есть за что взяться. Мотосамокаты уже прозвали карманным транспортом. Весят они всего 15 килограммов, места занимают совсем немного. Особенно они нравятся автомобилистам. Поехали! Поехали!